Бой начинается. Добрый день, друзья. С вами Дамир Тот. И мы смотрим бой на советском Т-34. Легендарном Т-34. Карта Химмельсдорф. Бой в топе. И данные бои, скажем так, я покажу вам три боя на Т-34. Эти бои будут выходить, по сути, подряд у меня. Это первый из них. Эти бои были наиграны, когда давались за победу X5. То есть можно было делать там, я не помню сколько, 5 боев или 15 боев, когда давали X5 подряд на Т-34 опыту. Опыт давали и экипажу, опыт давали и танку. И у меня многие танки не были прокачаны на ветке Т-34, а там куча танков Су-100, Т-485. Какие там еще танки у нас? МТ-25, да? Вот, А-43 у меня уже был открыт. То есть я проходил первый раз, когда ветку, я открыл А-43, ушел по А-43. Вот я вернулся, открыть все ветки Су-100, открыть Т-485, открыть МТ-25. И качал экипаж. То есть это было очень важно, здесь давалось куча опыта, нужно было прокачать нулевой экипаж. Реально, действительно, я качал с нуля экипаж, чтобы этот экипаж посадить на МТ-25. Чтобы качать даже ветку МТ-25, ЛТТБ и Т-54 облегченный. Вот, и все начиналось именно вот этот момент, когда давалось куча опыта за бои на Т-34, и я откатывал там 2 сутки играл на Т-34. Наиграл просто сумасшедшие винрейты, то есть у меня был высокий достаточно процент побед, высокие ВН-8 у меня в итоге получались, вот мастера, там куча первых степеней, тоже было не счесть. Было очень кайфово играть, и у меня не было, скажем так, лампы не было у меня какого-то крутого экипажа, и у меня был зато топоек. Я тратил кучу, конечно, топ-байков, я тратил кучу серебра на голду в боях против шестерок-семерок. В боях против шестерок-семерок я всегда использую голду, на ББшку практически не играю. И на расстоянии нужно все-таки стрелять под калиберами, чтобы снаряд летел быстрее, чтобы можно было ставить на автоприцел. Когда я попадаю в топ, я играю на ББшках. Вот вы видели, в начале боя я играл на ББшках. То есть все танки, которые легко пробиваются, не обязательно ставить голду. Зачем уходить в минуса? Голда нужна. Вот, например, я зарядил голду против Черчилля. Чтобы каждым шотом его пробивать, чтобы не выцеливать. Каждый выстрел мой с автонаводкой пробил в том, чтобы я его пробиваю. Вот я получил только один шот, я всеми снарядами его пробил, вынес в ноль. Дальше. Нашу базу берут. Дела очень плохи. Я вот тут не знаю, что делать. Я тут останавливаюсь, потому что танк выехал. Стреляю. Не забираю. Альфа. Вылетел маленькая. К сожалению, второй выстрел не достал никак. Но нас надо все-таки сбивать захват. Я возвращаюсь. Дела действительно очень плохи. Очень много танков на нашей базе, а наших танков очень мало. Вот. Я еду на базу. Да, я... такой, скажем так, почти фуловый. Я могу сбить захват. Вот, я еду на всех парах, зарядил голдус на всякий случай, чтобы не было осечки. И тут мне попадается Черчилль третий на пути. Я не могу ехать и стрелять. Я свелся и стреляю. Я надеялся, что наши сбьют, но оба наших танка, которые ехали, все они умерли. Я Черчилль получаю выстрел, второй выстрел, но я Черчилль все-таки в ноль забираю и еду сбивать. Тут осталось просто совсем чуть-чуть. Но, на самом деле, я там сам зафейлил, опять же, да, я засветился танк. Я начал пушку отворачивать, потом обратно заворачивать. И я, может быть, даже успел бы на последней секунде. Вот, видите, я пушку отвернул и обратно завернул. Может быть, успел бы стрелять, но я здесь не выстрелил, здесь свелся и еще не попал. Все. Смотрите результаты боя, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Thank you.